В Твери продолжают подводить итоги конкурса по благоустройству. На этот раз самые ухоженные дворы и самые красивые клумбы выбрали в московском районе города. Церемонии награждения участников смотра конкурса прошли во дворах на бульваре Гусева и улице Можайского. О победителях расскажем далее. Жильцы дома по бульвару Гусева, 37, постоянные участники конкурса по благоустройству. Возле каждого подъезда этой пятиэтажки разбиты цветники. Старший по дому и ее активным помощникам представители администрации Московского района вручили благодарственные письма. Вы молодцы. Творческие с любовью относятся к благоустройству своего дома жители дома номер 32 по бульвару Гусева. Здесь члены жюри смотра конкурса отметили не только красиво оформленные клумбы, но и малые архитектурные формы. Дом у вас очень активный. Ну, можно активно-активно. И цветы носят, и цветы, и во всех общественных мероприятиях участие принимают. С гордостью рассказывает о плодах своего труда Лидия Твиленева. В центре клумбы – модель средневекового замка, которую построил муж Лидии Ивановны. Замок окружают цветы и кустарники. Рассады и семенами жильцы дома номер 61А по улице Можайского с удовольствием делятся с соседями. У нас красиво всегда так. Мы стараемся это все поддерживать, вот так скажу. Конечно, это нелегко, потому что очень много сорняков, очень много. Ну, так, нам самим очень нравится. Люди отдыхают, ходят. Вот идут с рынка, жара, садятся на лавочки к нам, сидят, говорят, пахнет цветами, красиво, просто отдыхают. Вот. Но это приятно, всегда нас благодарят. Депутат законодательного собрания Тверской области Антон Секиржицкий много лет жил в микрорайоне Южный. Он отметил, как в лучшую сторону преобразились придомовые территории за последние годы. Вы любите все красивое, и вы это красивое создаете своим трудом, своими руками, своим старанием. Кроме того, четверо победителей конкурса по благоустройству в номинации «Лучшая клумба» определены в Заволжье. В Пролетарском районе активные участники в номинациях «Лучший двор», «Лучший палисадник» тоже определены. Дайте расшифровку.